пшеницу, муку, картофель и мясо в обмен на автомобили и текстиль. Страны Центральной Азии укрепляют сотрудничество. В планах нарастить и взаимную торговлю. Подробнее в материале нашего корреспондента. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. В сотрудничестве этих пяти государств, расположенных в Центральноазиатском регионе, наступает новый этап. Сейчас объемы товарооборота между странами едва достигают 16 миллиардов долларов. Но, по мнению экспертов, потенциал еще не раскрыт. Нужно искать новые точки кооперации. Во внешнем мире происходит геополитическая борьба. Там идут санкции, там идет давление стран друг на друга. Это потому что надо всегда понимать, что геополитические риски, они проецируются на мировую экономику. То есть на мировой торговле, на мировой экономический рост. Для нас предсказуемо остается только регион в данный момент. А то есть то, как мы выстроим отношения в нашем регионе, так мы будем и жить. А если мы выстроим отношения, в рамках которых будут увеличиваться товарооборот между нашими странами, будут увеличиваться инвестиции, то, естественно, мы будем поджимать темп роста экономики. Поэтому стороны планируют интенсивно развивать взаимную торговлю. К примеру, Казахстан и Туркменистан уже в ближайшее время намерены довести показатели до 1 миллиарда долларов. В два раза увеличится товарооборот и с Кыргызстаном. К 2024 году товарооборот между нашими республиками может достигнуть 2 миллиардов долларов. Для этого у нас есть все предпосылки, о чем стало известно после очередного заседания двусторонней экономической комиссии. Была проделана большая оценочная работа и дана потенциальная оценка существующим связям в промышленном и аграрном секторах. Я считаю, что это не предел. Мы можем и дальше наращивать объем обоюдной торговли. Сейчас казахстанский бизнес активно выходит на узбекский рынок. В соседнюю республику поставляют пшеницу, муку, картофель и мясо. Импортируют автомобили и текстиль. Одна из отечественных компаний строит в Ташкенте новый жилой комплекс. Другая закладывает фундамент крупного транспортно-логистического терминала. По словам экспертов, близка к решению и проблема с водой. Вот уже несколько лет как сотрудничество в этой сфере активизировалось. Налажен на постоянной основе диалог между нашими министерствами, ведомствами двух стран. И, значит, достигнуты какие-то практические результаты. В частности, можно отметить, что мы пришли к единому консенсусу по многим щепительным вопросам, которые касаются именно вот управления трансграничными ресурсами. В целом, по мнению экспертов, у стран Центральной Азии есть все ресурсы для производства и экспорта готовой продукции. Это позволит развивать и наращивать местную экономику за счет регионального сотрудничества, не надеясь на дальних соседей. Но для начала нужно наладить транспортную инфраструктуру и создать благоприятные условия для инвестиций. Лана Хален, Хабар 24.